І знову усім доброго ранку. Повертаємося до нашої ранкової бадьорої та яскравої студії. Сподіваємося, ви вже точно не спите, вже готові до робочого дня. Ну, а ми для вас, як завжди, підготували цікавий сюрприз. Ну, і хочу нагадати, хто, в принципі, готує вам той приємний сюрприз. Це Максим Сербін і я, Ангеліна Таран. А-та-та, сюрпризики. Дивіться, друзі, важливо те, що ми зберігаємо, знаєте, тримаємо руку на пульсі найактуальніших подій. І ні для кого не секрет те, що ми зараз скажемо. Софіївська площа, дві потужні машини, два неймовірно крутих пілоти і, напевно, найцікавіше те, що Альона власними руками помила бруківку, на якій ганяли хлопці, а Red Bull ніяк поки і не відреагував. Отже, друзі, у нас сьогодні у студії гість, наш друг, і, до речі, не перший раз у нас, ми раді бачити Артура, Артур Подлужний. По-перше, гонщик, дрифт-пілот команди Extreme Pro, бізнесмен, громадський діяч, глава Асоціації автопілотів України, чемпіон сезону 2019 року в Pro M Drift серії, переможець сезону 2020 року в командному заліку Pro M Drift серії, володар рекорда України, найшвидкісний парний дрифт. Фух, тепер вже можна треба просто зробити доброго ранку. Ось таке, знаєш, послання з усіма переліками подій і ваших досягнень. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, давайте взагалі розпочнемо з того, така резонансна подія, 7:30, незадоволені люди, почалися одразу такі дискусії на тему того, що було це законно чи ні. І хтось каже, що все одно довести такі машини до центру міста, потрібен був все одно якийсь дозвіл, і він був. От які потрібні дозволи для того, щоб проводити подібні заходи? Ми проводили теж не одно мероприятие, активності, либо съемки, либо это съемки реклами, либо же там промо какого-то ролика. Конечно, пишется письмо на город, то есть на КМДА, и также дозвол там берется у полиции. Указывается локация, время, так далее. Столько я знаю письмо у компании, которая проводила Red Bull Украина, это письмо они дали запрос, этот был. Какой был ответ, мы не знаем. Сейчас компания принесла свои, как мы видим, извинения, и я думаю, сейчас вся история, она еще продолжится, выдадут правильную информацию, как это все произошло и почему там были. Возможно, получили дозвол, но не на дрифт, а на проведение какого-то просто мероприятия. Потому что, как все это уже видели, там была полиция, и были какой-то забор ограждения, то есть оно было, какие-то меры безопасности предприняты. Не скажу, что это просто самовольно, приехали, собрались и привезли там тысячи сильные машины и устроили небезопасный дрифт. Также с стороны пилотов хочу сказать, что организовывают не пилоты. Пилоты – это действующие про-пилоты мировых серий Александр Гринчук и Конор Шанахан. Они являются пилотами, атлетами компании Red Bull. Машины были поклеены соответствующую клейку, их пригласили принять участие там, в мероприятии. Соответственно, они, видя ограждение полицию, своего там главного генерального спонсора, который организовывает мероприятие, я думаю, уверен, даже не сомневались в правильности проведения этого мероприятия. Ну так. Потому что они все понимают, что пропилот имеет лицензии, и он рискует своей лицензией, если он сделает это в городе среди машин без соответствующих разрешений, не на должном безопасном уровне. И это перечит кодексу чести из каждого автоспортсмена, плюс рисковать своєю кар'єрою і своєю ліцензією ніхто б не став. Так, тут ми з тобою повністю погоджуємося. Друзі, тепер давайте нагадаємо зараз в ефірі, ви побачите, про що ми говоримо взагалі-то. Який же ж дрифт там відбувся? Ранок починається не з кави. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, що робиться? Що робиться? Thank you.
Я от просто зараз думаю, що от, ну і Альона ж начебто, ну, яскрава представниця українського шоу-бізнесу. Вона ж теж би не могла погодитись на якісь протиправні дії. Так. Ну, якби. Ну, бачиш, як вона заявила, по-перше, в ЗМІ дуже багато вже було чуток про те, що це знімався кліп, знімалася реклама. А як вона каже, що це було просто, як її запросили як лідера думок, просто покататися і відчути все ж таки на собі ось емоції дрифту. Ну, як так буде насправді, але, до речі, вже їй прислали цей самий виклик відповідати за вчинки. Сказали, що просто миття площі не відбудуться. Просто я так розумію, що ось саме там знаходиться квартира і Віталія Кличка, і багатьох інших, ну, небожителів, давайте так називати. Просто їх не попередили. Можливо, в цьому була проблема. Не знаємо. Проте, дивіться, ми зараз хочемо перейти більше до того, що питання, от чому, наприклад, не відбуваються такі, як це правильно, тест-драйви, мабуть, да, чи гонки в людних місцях, в публічних таких місцях, де проводите ви, і яким чином теж треба зробити так, щоб це місце для, ну, тренувань, для драйву було офіційно дозволеним. От де це відбувається, у кого потрібно брати дозвіл? От хотів чуть-чуть все-таки в сторону відійти зараз, перш чим відповідь на твій вопрос. Ситуация двоякая. На самом деле, вот сколько вылилось разной информации, что это наследие ЮНЕСКО, что это там святое место, и там нельзя проводить, нельзя было и так далее. Сама суть, это рядом с Софией, это площадь. Площадь, она новая, там брусчатку перекладывали, насколько я знаю, около 10 лет назад. То есть это не древняя брусчатка, которую могли разрушить без окончательно и так далее. Тому осудить действия на 100% я не берусь. И в новогодней ярмарке продавать алкоголь и там устраивать шоу, да, стрелять фейерверки, это можно. А с другой стороны, сделать какой-то красивый ролик, который увидит весь мир и покажет красоты нашей там страны, нашего центра города, нашего и Софиевской площади рядом, это что-то, ну, соединение, знаете, как чего-то нового, сучасного, да, с историческим, это было бы очень как бы круто. Поэтому тут двоякая ситуация, и оценку люди дают с разных сторон. Одни из-за исторической, а вторые за, наоборот, развитие и за какую-то популяризацию и показ наших исторических мест. Это первое. Второе, конечно, проведение спортивных мероприятий в таких местах, ну, конечно, нет. Это когда 50 машин приезжает, пилотов, и возможны контакты, удары машины, либо же так далее. Конечно, мы проводим соревнования на специально отведенных площадках, либо же гоночных треках. Но, опять-таки, в Украине это с инфраструктурой для автоспорта, это очень большая проблема, большой недостаток, большой дефицит. У нас нету даже одного автодрома. У нас есть остатки спорткомплекса «Чайки», где как бы инфраструктура существует, но она уже довольно устаревшая, потому что треку, кажется, 50 лет или уже больше. Соответственно, что не хватает инфраструктуры и не хватает каких-то новых локаций, где можно сделать красиво, снять и показать. Тем более ребята снимали этот ролик, я понимаю, там были под день независимости Украины, то есть к 30-летию. И получается, они хотели сделать это патриотичный какой-то ролик, соответственно, хотелось и показать какую-то локацию соответствующую. Ну так, хотіли як краще, а за класикою жанру вийшло як завжди. Ну і тут я так розумію, що поки мовчить Red Bull, у них же ж нормальна репутація, ну там немає таких якихось недоліків. Мовчать, і ось цей інформаційний голод не дає спокою усім. Ну, Альона була трошечки, знаєте, незадоволена тим, що все ж таки вона вийшла і навіть закликала там деяких підписників і свою команду, а вони все ж таки так і не вийшли. Так, ну давайте тепер перейдемо до іще більш цікавих подій. 7-8 серпня, значить, відбувався конкурс, точніше, ну, не конкурс, змагання, у якому, як виявляється, ці ж самі пілоти також брали участь. Да. Розкажи так докладніше про. Проходив третій етап чемпіонату України, і він був відкритий. Це чемпіонат України, приїхало із 6 стран, около 40 пілотів, і також там участвував Конор Шанахан, это довольно-таки известный пилот, он топ-10 считается там мировых пилотов дрифта. Александр Гринчук тоже неоднократный призер, победитель и чемпион разных серий.
Что еще сказать? Было очень большое мероприятие, mm-hmm. где собралось больше 10 тысяч человек. Проходило на спорткомплексе «Чайка». Mm-hmm. И было очень класне мероприятие. Так, а скажи, будь ласка, якось підтримує держава такі заходи? Чи це все робиться за рахунок там індивідуальних якихось підтримок? К сожалению, пока это все только за индивидуальные підтримки. Автоспортсменов не готовить на мировой уровень, на какие-то международные соревнования. Были уже первые Олимпийские игры, так званые, FIA Motorsport Games. Это, да, они прошли в 2019 году, но в 2020 и 2021 отменили из-за mm-hmm. пандемии. И как бы мы, как автоспортсмены, готовились к mm-hmm. нему и хотели проходить отбор и так далее. Пока поддержки государства не увидели, но очень хотелось бы, потому что ввиду спортивных всех новостей все следили за Олимпиадой и видели и победы, и видели поражения, и видели эмоциональные выступления наших спортсменов, как и со слезами на глазах, кто говорит, что недостаточно инфраструктуры, недостаточно подготовки, недостаточно было поддержки даже нашим спортсменам, у кого-то не пустили тренера, даже не организовали так. Поездку, на, кажется, насколько помню, это девушка шестом прыгает. Так, стрибки в высоту. Стрибки в высоту, да, да. Это, конечно, было все очень грустно смотреть, и очень хотелось бы обратить на эту ситуацию внимание, если это есть в олимпийских видах спорта, что говорить уже о мотоспортивных, автоспортивных видах, то здесь абсолютно нет никакой поддержки от государства, и очень хотелось бы, чтобы это было заложено на уровне, и готовились наши спортсмены в любых дисциплинах, будь то бокс, будь то автоспорт, будь то прыжки в высоту на государственном уровне, чтобы могли показывать достойный результат. Потому что у нас все понимают и знают, что очень много достойных людей, достойных спортсменов в стране, способных людей, которые в своих дисциплинах всегда достигают высшую ступень. И также, вот, если опять-таки вернуться к автоспорту, могу сказать, что у нас хорошие результаты. Ребята mm-hmm. в ралли показывают, в дрифте на мировых сериях показывают, и в мотогонках. Илья Михальчик сейчас выигрывает уже не второй год или третий год подряд. IDM – это европейский чемпионат в мотогонках. Mm-hmm. В общем, об этом можно говорить, говорить и говорить. И если была подготовка, создание инфраструктуры, mm-hmm. государственная поддержка программы развития этих видов спорта, то мы бы на весь мир гораздо больше показывали, поднимали, чаще поднимали флаг страны и поднимали меч страны за нашими границами. Класно. Ти знаєш, далі хотілося поговорити з тобою, вже ми зачепили різні змагання. Mm-hmm. І нещодавно, я там в Інстаграмі також за тобою слідкую, бачила про те, як за 10 днів тобі довелося зібрати машину. Після невдалого, я не знаю, як це правильно сказати, не вписався, чи... Ну, як це все? Як це називається? Да, як це правильно пояснити? У нас це рейсинг-інцидент, це був гоночний інцидент. Чемпионат Восточной Европы, чемпионат Белоруссии uh-huh, проходил uh-huh. в городе Логойск под Минском. И в финальной дуге уже на финише меня спортсмен uh-huh. второй зацепил машину. Я улетел в стену, машину полностью, то есть мы разбили ее, списали кузов. И вернувшись в Украину, у нас было всего 2 недели подготовки к третьему чемпионату Украины. И за эти там 2 недели, точнее, у нас было всего там за 10 дней, мы успели собрать новый кузов, новую машину, бизнес-троек, образно выехать, показать тоже хороший результат. Это было тяжелое, я скажу, время, и очень эмоциональное. Очень много друзей откликнулось, помогли в этот момент, потому что я еще был травмирован. Я остановился об стену около 90 км в час, то есть машина восстановлению не подлежала. Был у нас запасной кузов, мы перебрали с двух одну, докупили какие-то запчасти, собрали, выехали, и на эти выходные я попал в финал, закончил гонку в топ-4. Клас, ми ну, вітаємо. Вітаємо, так. І глядачі, і ми вітаємо. Результат. Мені просто, знаєш, цікаво, ну, по-перше, я дівчина, дуже емоційна, да, і всі ось ці швидкості, це для мене максимальні переживання. Проте, коли ти розумієш, що ось тебе залишається 10 днів до змагань, твоя автівка не підлягає тому, щоб брати в цьому участь, що ти відчуваєш? У тебе буває, от, ну,
хоча б трішки находить на тебе вічі, чи ти все одно згуртовуєшся, збираєш себе докупи? Як з цим працювати? Знаєте, різні були емоції за це час, і різні події відбувалися за це час. Звісно, було і розчарування, і, ну, знаходив сили, піднімався, йшов вперед, ставив цілі, допомагали друзі, опять-таки, підтримка наша команда Extreme Pro. Меня встретили ребята, когда я возвращался с Беларуси с разбитой машиной, с травмой и ноги. Там мне надо было реабилитолог ехать в больницу, делать снимки. У меня было сотрясение. И меня просто в 3 часа ночи встретила команда наша. Это было красиво. Это было очень красиво. С операторами, там, с звуками мотора, как это все было. Поддержали все просто. Ну, я там сентиментально это был момент, растрогался даже, там, можно сказать, до слез. И как бы я понимал, что есть поддержка, есть люди, кто за меня болеет, переживает. И меня очень много писали в Инстаграм, очень много писали в Фейсбук. И звонили друзья, товарищи, все поддерживали. Конечно, это придало невероятной силы и просто вот дойти до как бы, того, куда мы дошли. Мы пришли, построили машину, мы успели ее собрать, поклеить, выехать. Мы успели даже пройти квалификацию, выиграть топ-32, топ-16, топ-8. Попасть в топ-4 в финалы, и в финале уже не хватило самой малости, вот чуть-чуть дожать, там где-то опыта, может, где-то и настроек машины. Ну, как бы я все равно очень доволен, потому что очень была мощная гонка, были лучшие пилоты, повторюсь, опять-таки, с Европы, с Белоруссии, с Польши, Украины, и это была очень мощная гонка, и там можно посмотреть у меня в Инстаграме, я там кадры повыставлял, там было много событий. О, цікаво, с ким складніше? Ну, ти кажеш, що були з різних країн, ну, да. Наприклад, білоруси там більш жорстокі на поворотах, там, чи ще хтось. З ким складніше ось так от по відчуттях? У нас тут не суть там сложности в поворотах, а опыт пилотов. Вот, например, был Кристапс Блуш, он участвует сейчас в мировом чемпионате, действующий пилот, едет RDS-GP, едет, он ехал раньше американский чемпионат, у них очень большой богатый опыт, он уже на этой трассе в Киеве, на Чайке нашей, приезжает там 10-й раз, наверное, подряд, или сколько, то есть... Опыт такой сумасшедший в настройках и в мировых пилотов, перенятый опыт, что было очень тяжело, конечно, и нам есть чему поучиться и так далее. Также Павел Трелла, также Конор Шанахан, это топовые ребята заграничные. Также приехал чемпион Беларуси Рома, который Кондратенко, он победил в этом, выиграл первое место на UDC. Но у него тоже сумасшедший опыт, и я знаю его стиль вождения, с ним было тяжело. Мы на тренировках с ним ездили, пристрелялись, и почему-то я был уверен, что у меня есть преимущество. И когда попал с ним в финал, готов был победить, но он, проанализировав наш проезд, как бы подготовился более технично и сделал там более быструю машину, добавил, в общем, настроек, и как бы у него получилось... Ну, це тільки за рахунок техніки вийшло. Ну, звісно, це техніка. Все техніка, підготовка. У нас технічний вид спорту. І, звісно, дуже багато залежить від настроєк машини, і шин, підвески. Тобто скорість, зацепи і прочее. Звісно, що пілот не останню роль грає. Іноді буває, що вже люди роблять максимум, а залишається все тільки в техніці. Так, тепер я забираю Артура, бо у мене вже тут стільки запитань. Слухай, ну почати хочеться з того, що от у житті кожного спортсмена є невдачі. Проте, от я багато з багатьма спортсменами спілкувався, і у них є одна риса характеру притаманна. Проте я не завжди розумію, як це саме. От якась трапилася невдача, так? От машина не підлягає ремонту, але ти все одно увійшов у топ-4. От скажи, про що спортсмен, от, наприклад, ти, от про що думав у той момент? Як не опустив руки, як не здався? Тут треба проявляти силу характеру. Тут сила характеру повинна бути, тому що ти можеш повністю закінчити з гонками, просто з кар'єрою і сказати, що це не моє, тому що є давлення, може, зі сторони у кого-то і сім'ї, переживания, слезы там мамы и прочее, потому что это был такой серьезный инцидент гоночный, который очень редко происходит. У нас, насколько знаю, это одна из самых сильных аварий
за последние десятилетия, которая у меня произошла. Особенно там с нашими пилотами, если рассматривать там хотя бы СНГ. Просто надо сила характера, я считаю. Да. Поддержка, конечно, поддержка близких друзей, людей. И должна быть, ну, і сила характеру. Тобто встати, піднятися і йти. Так, переходимо до другого запитання. Так. Ти казав, що багато людей, у яких є чому повчитися. Скажи, от чим відрізняється, наприклад, дрифт там, закордонних пілотів, так, і українських? От чому нашим хлопцям іноді не вистачає? Чого саме? У них більше наповненість класів, більше вміють, може, популяцію. Может, где-то доступные запчасти, потому что мы все-таки как страна, к нам едут запчасти дольше, дороже и прочее. Соответственно, у них больше опыта. Они просто имеют больше опыта уже в настройках, в проездах, они в технических каких-то аспектах больше подготовлены. И, конечно, очень приятно ехать с такими пилотами. Чему-то учиться. Всегда ми ростемо, коли ми їдемо з більш сильними. Так. Не можу не згадати про Шварценеггера. Ну, неймовірна фігура у спорті, так. Там у політиці, у фільмах. Так. Він приділяв особливу увагу у спорті – це концентрації та візуалізації. От скажи, у дрифті наскільки важливо візуалізувати собі майбутні гонки? Чи це грає якусь роль, чи ні? На самом деле, много аспектів є, я так за один тільки зацепив силу характеру. Конечно, что спортивный интеллект должен присутствовать, спортсмен должен себя держать под контролем. Очень часто встречаем такое, что вот люди приезжают на тренировках, он катается, подготовки, все супер, а когда включаются камеры, приходят зрители, выезжают на старт, официальная квалификация, садятся судьи, и у всех начинают труситься ноги, руки, они просто не могут проехать, едут, не понимаю, что происходит на треке. То есть спортивный интеллект – это первое. Конечно, визуализировать надо, понимать, что ты сделал. Я, например, стараюсь каждый проезд, когда я его сделал, обязательно взять телефон, если есть трансляция, отмотать, пересмотреть, когда возвращаюсь в парк. Также наблюдать за соперниками, считывать соперника, как он едет, как он ставит, с какой скоростью, как он производит перекладку плавно, быстро, со сцепления, без сцепления, с газой и прочее, прочее. И визуализировать тебе это надо все собирать, анализировать эту информацию и уезжать с соперником уже подготовленным. Так. Знаєте, у мене, хлопці, запитання до вас. От ми говоримо про рівень зарубіжних гонщиків, так і наших. Все ж таки хочеться зрозуміти, а чи спонсує держава там, підтримує їхні гонки? Ось у нас ми зрозуміли, що ні. У нас за рахунок ініціаторів, там, хто хоче допомогти. Як за кордоном з цією ситуацією? Є Міжнародна федерація автоспорту ФІА. Вони проводять мероприятия офіційні, такі як ФІА Інтерконтинентальний кубок, ФІА Моторспорт Геймс. Прочее, они стимулируют, то есть приглашают пилотов, оплачивают за них какую-то часть и так далее. На государственном уровне, сейчас не скажу какой-то конкретный пример, но уверен, что это тоже присутствует. Можливо, и просто... Тут, ну, я просто про те, що, можливо, саме через це у них вищий рівень, що їх якось ще підтримують, у них є більше змоги фінансово, ну, реалізуватися, тренуватися. От, наприклад, в Польщі, якщо взяти картодроми, там, автоспортивні там, треки, тобто кольцевые, для кольцевых гонок, для мотогонок, построєних там можна десятки посчитати. Це тільки в одній Польщі взяти, взяти ту ж Білорусі, у них також спортивних комплексів, такі як стайки, Логойск и Раубичи, где мы приезжаем и участвуем в соревнованиях спортивных комплексов, построенных, адаптированных под автомобильные либо мотоспортивные мероприятия, гораздо больше. Соответственно, создание инфраструктуры за собой уже влечет тренировочные базы, места. То есть у нас, если бывают через день новости, что ездят на Шане какие-то дрифтеры, там дрифтовал, зачипывал в авто и уже все там... получается у нас какая-то сенсация, то создавая инфраструктуру государства, дает возможность людям ездить, тренироваться, заниматься и так далее. У нас сейчас это есть в Киеве одна частная площадка и автодром Чайка, вот всего две локации или там три локации, где это можно делать, но это не государственные спортивные комплексы, где можно проводить тренировочные сборы,
где могут размещаться автоспортивные автошколы, где могут быть инструктора, обучать людей, куда можно будет привести своего ребенка, отдать там с детства, заниматься техническим видом спорта. Не только авто, также и мото. Так, вот тут, недостаток уже... инфраструктуры. Вот, и самая главная поддержка государства в Европе, это в каждой стране Европы, я могу сказать, сколько их, если в Барселоне, там в Италии, в Испании, то есть их десятки этих автодромов. В Чехии, и также вот мы ездим в мотогонках, когда участвовал, мы ездили в Чехию, в Румынию, в Россию, в Белоруссию, в Польшу, в Литву. Везде есть автодромы, у нас, к сожалению, их нет. Уже не строились там больше 50 лет, у нас не обновлялась инфраструктура. Ну, слухай, на завершення, Extreme Pro, у вас тільки автоспорт, чи є мотоспорт ще? Нет, конечно, у нас Extreme Pro – это наша команда, которая представляет все технические дисциплины авто и мотоспорта. У нас есть мотоспортсмен, автоспортсмен, это дрифт, это ралли-кросс, это кантри-кросс, это багги. То есть мы команда технических видов спорта, экстремальных видов спорта, и мы хотим идти, расти, развиваться, чтобы... как бы целостно показывать имидж страны, поднимать флаги в заграничных соревнованиях, на наших соревнованиях показывать хорошие результаты. Ну і, як то кажуть, вперед до перемоги. Дякую, віримо. Так, дякуємо, що ти почав ранок у нашій компанії. Були раді тебе бачити. Друзі, Артур Подлужний у нас у студії був. Якщо так трапилося, що ви тільки що до нас доєдналися, дуже раджу на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» підписатися, по-перше, поставити лайк і подивитися сьогоднішнє інтерв'ю, тому що говорили про актуальне, про те, про український спорт, про дрифт і про те, що ж там відбувалося на цій же ж площі, там, де Альона мила бруківку.